Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти забил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я сказали, жаркой будет даже день, но впрочем в той тени, где я пока, и сухо, и тепло, но я боюсь пока. Одни идут чередом, день и Дима, три пьем, и в общем весело живем, хотя и дождь за окном, магнитофон сломался, и сижу в тишине, чему и рад вполне. Я жду ответа, больше надежд нету. Скоро кончится лето. Работает кран, и закрыт пятый год. За углом ресторана на столе стоит банка, а в банке тюльпана, на окне стакан. Так идут за годом год, так и жизнь пройдет, и в сотый раз маслом вниз упадет бутерброд. Но может будет хоть день, может будет хоть час, когда нам повезет. Я жду ответа.